Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, такая, знаешь, напряженная музыка, страшно тебе должно быть, ты уже, наверное, что-то там начинаешь потрясывать, чуть-чуть тебя трясет, хули так громко-то, что так громко-то. Это Bloodstain, ты заметил, как за буквально каких-то там лет, наверное, 5 мой английский в слове blood вырос с blood до blood, ну потому что, ебана, блят, учим. Учим, поставим, выучили, наизусть. Что я нажал сейчас? Любую кнопку? Окей, любую кнопку, наверное, нажал. Короче, это игра про... игра про что-то очень хорошее, про что-то очень классное, про что-то типа из старых-старых-старых годов. Есть такая игра, среди нас она называется Castlevania, правильно называется Castlevania, по-моему. Но кто эту, блядь, Castlevania играл, когда все играли в Castlevania? Я, по крайней мере, ни разу в нее в детстве не играл, ни в детстве, ни в юношестве, ни вообще никогда я в нее не играл, потому что она вышла... в году там 1900 каком-то, наверное, а я в 2007 только родился, поэтому в моем детстве уже были 3D, смартфоны, айфоны, вся вот это уже давно у меня было. Нахуй мне играть в ваше Castlevania или Castlevania, соответственно. Поэтому эта игра предлагает нам приобщиться, так сказать, к этой культуре и... кто-то там, связанный с основной кослой, это дело все сделал, там композитор какие-то великие, это игра с Кикстартера, короче, ее очень много народу ждали. Это мое? Да? Я что, похожа на Мириам? Серьезно? Да ладно. Да ладно, а ты как это стереть-то? Вот так? Да, смотри, я напишу тогда... вот, ну, я по-обычному просто... Мне по-другому не умею. Да, используйте это имя. Сложность нормально, кошмар... Ну, нормально, достали все закрыто. Короче, это должен быть платформер, насколько я знаю. Я просто, я видел эту игру, где-то замечал как-то краем глаза, но я не думал, что, типа, ее ждет так много людей, что она на самом деле такая сильно ожидаемая. Эта игра не особо, наверное, будет популярна сейчас, потому что все-таки она не... промышленная революция возвестила о начале новой эры, которая грозила изменить людские ценности. Духовность перестала служить людям компасом. Но не все были рады изменениям. В 1783 году, когда извержение вулкана Лаки погрузило всю Европу во тьму и пепел, орда демонов появилась из теней и обрушилась на Англию. Это было посланием. Гильдия алхимиков, опасаясь подъема промышленности и того, что богатые патроны отвернутся от нее, в попытке защититься свершила немыслимое. С помощью своих тайных умений алхимики создали оскольщиков, людей со вставками из кристаллов, которые дали им доступ к демонической силе. И затем алхимики принесли оскольщиков в жертву и тем открыли для демонов врата в наш мир. Эпичненько звучит пока что. Уж эти алхимики. Невинных погибло без счета. И хотя церкви удалось одолеть посланцев ада, цена оказалась высокой. Ну, наверное, слишком высокой. Что до оскольщиков? Считалось, что все они погибли во время жертвоприношения. Но двое все-таки выжили. Джибель. Юноша, для которого ритуал по неведомым причинам не стал фатальным. И Мириам. Девушка, которая избежала ритуала из-за странного оцепенения, которое объяло ее перед самым его началом. Так она ж, получается, не она тогда. Прошло 10 лет. И люди, как всегда, слишком быстро забыли о трагедии. Так над ней же не провели ритуал-то, алло. Появился огромный замок, а вслед за ним и демоны. Замок Дракулы, да, это он и есть. Именно тогда и пробудилась Мириам. Узнав, что за этим новым кровавым нашествием стоит Джибель, Мириам и алхимик Йоханнес отправляются к проклятому замку. Ну или к проклятому. Как угодно. Их галеон рассекает волны, летя навстречу неизбежному.
Сука! Замут! Это называется замут! Замут это называется! Я что-то не понял, Херлен, я тут считаю это, как ее, осколочной, если как бы она во время ритуала-то, типа, даже не во время, а время начала ритуала немножко поехала и не перестали его выполнять. Как она может тогда быть чем-то, частью всего этого? Я не понимаю, что пиздешь. Я, кстати, на жестике играю, что на жестике. Так, это я, да, вон сиськи у меня есть. Неплохо тогда, почему бы нет? А, прикольно, Йоханнес. Ты уверен, что это... Это дело рук Джибели, Мириам. Я уверен. Джибели или Джибели? Не расслышал немножечко. Просто не верится. Если бы не он, у меня бы не было в живых. У него добрая душа. Я знаю. Понимаю, что ты чувствуешь. Но факты говорят сами за себя. А то, через что он прошел 10 лет назад, могло сломать любого. Мириам, я хочу извиниться перед тобой. То, что сделали с тобой мои братья... Этому нет прощения. Это их прегрешение, не твое. А ты? Ты всегда о нас заботился. Как видно, недостаточно. Перестань корить себя. Йоханнес, нам надо сосредоточиться на задаче. Если Джибели правда призвал демонов, я должна его остановить. Я дала ему слово. Это мой долг. Он был моим лучшим другом. Но справлюсь с этим только я. Эксперименты с осколками подготовили меня к бою. Пускай они хоть так послужат добру. 10 лет. Почему я заснула? Хотел бы я знать ответ. Я знаю лишь, что заклинание, остановившее для тебя время, было искусным. Но внимательно изучив чары, опутавшие тебя, я смог точно предсказать, когда ты проснешься. Ясно. Мы скоро причалим. Готовься. Я приготовил сундук самым необходимым. Сейчас самое время его открыть. Аукай, ну да, я с сиськами девчулька. Прикольно. Ха-ха, прикольно. Опа, поебал могу дать. Опа, но это не поебал. Скорее, кто-то в район солнышка, чтобы ты... Что это? На, и убил тебя. Так, а какие кнопки еще есть? А, прыжок и нога, отлично, окей. Ну, ноги у меня гораздо больше, чем руки, поэтому им самое время пришло помахать. Так, вверх открыть сундук, нож, кунг-фу-сапоги. А, неплохо, кунг-фу-сапоги, это охуительно, кстати. Кунг-фу-сапоги, это снаряжение. Оружие, нож. А, предмет можно выбрать сначала, выбрав его из списка предметов. Да я понял. А, можно кунг-фу-сапоги? А, да ладно, я могу кунг-фу-сапогами сражаться? Хорошо, ты готова. Теперь нам нужно... Что? Блять, не успел. Я с этим разберусь. А, нажмите их для отхода. А, ЛБ для отхода. А хули ты в другую сторону-то отходишь? Что, ебанулась? А, все окей. Осколок. Кристаллизированная, кристаллизованная форма демонической мощи. Обычно люди не могут ими управлять. Колдовской осколок. Нажмите У, чтобы выпустить магический заряд. Использует ОМ. Очки магии, наверное. Лазурный всплеск. Запустите врагов, прыгающий водный шар. Это был осколок? Я уже забыла, как это бывает. Как когти, скребущие мои кости. Сила демона превратилась в осколок, который приткнулся к кристаллу в твоем теле. Ты получаешь от каждого осколка новую силу. Но когда-нибудь кристалл поглотит тебя. Я думала, твой способ остановил процесс. Остановил, но все пойдет по-другому, если ты начнешь поглощать один осколок за другим. Я лучше других знаю, на что способно мое тело. И мне нужна вся сила, которую я смогу получить. А если будут проблемы, ты поможешь. Как делал уже не раз. Поможешь и еще. Спасибо, что оставляешь мне выбор, но... Я не подведу. Сделаю все, что в моих силах. Но обещай, что будешь осторожна. Так оно было? Ой, блядь, что это такое? Как они здесь очутились? Должно быть, демоны из замка проникли на корабль. Что ж, тогда самое время размяться. Так, окей, но это удар ногой, я что-то не понял, нахуй я положил? Зачем я себе ботинки надел вместо оружия? Я же возьму нож, наверное. А куда ботинки надеть? На тело? Аксессуары? Не понял. Кинжал, атака 8.
Бляха, серьезно? А, либо рукой, либо ногой. Понял все теперь, ладно. Ну, ляжками-то оно все-таки прикольней. А скорость в атаке есть какая-то? Здесь есть показатель скорости атаки какой-то, нет? Атака, сила, интеллект, удача, защита, тело, раз. Здесь разница атак. Вон у нас есть... Можно мышкой? Нельзя. Есть разница атаки. Вон внизу нарисован какой-то взрыв снизу, а это типа секущее что-то, наверное, да? Хотя состояние у них никакое не меняется совершенно. Что говна... Рогаовна. Рогаовна, окей, понял. Неудобно сделано, что, короче, вот эта вот кнопка, она отвечает за отскок назад. То есть, в каком бы положении ты ни стоял, повернулся сюда, она сюда будет отскакивать. Это очень удобно. Можно было бы сделать двойной отскок туда-сюда. Зависит от того, в какую сторону она повернута. Просто это было бы в разы лучше. В разы лучше, в разы удобнее. Галеон Минерва. Окей. Нормально пошло, да, окей. Управление. Можно его поменять? Осколок, отход. Судя по всему, нельзя. Ну ладно. Ладно, разберемся. Пока выглядит, знаешь, как какой-нибудь ремейк DuckTales, например. Который DuckTales ремастерит. Архивы, демоны, смерть. Там было написано смерть. Здесь есть карта. Метроидвания. Зажмите. Не понял. Короче, это не... Это Метроидвания прям такая настоящая, да? Потому что карта есть у меня. Расходники какие-то дали. Так, снаряжение, осколки. Это мои осколки. Это инвентарь. Зелье. Что надо делать для восстановления здоровья? Это логично. А зелье — это всякие еда. Но это, короче, общее, а там по категориям. Блин, но выглядит неплохо. Устройство реагирует на магию. Может, просто направить на него руку и подержать? А если двери, которые можно открыть, подержав перед ними руку, Мириам, наклоните... Ёбаный брод. Окей. Наклоните, блях. Не... Ой, какая графиня. Как это все пестро, ничего не понятно. Как много пикселей на экране, что за хуйня? Как много пикселей, я в них не разбираюсь. Слишком много пикселей, что за бред? Причем здесь реально дохуя пикселей. Ты вот говоришь, что пиксельные игры говно. Но на самом деле эта игра тоже пиксельная. Просто в этой игре пикселей гораздо больше. Скрученная конечность. Бляха, я боюсь этой херни. Она должна меня убить, а она в меня просто влезает. Я уже чувствую заранее, что я очень тяжело буду пользоваться отскоками. Прям очень тяжело. Потому что, бляха. Это что такое? Ебать, петух. Новый уровень. Так, ладно, уровень. Пока ничего не говорят, я просто пойду вперед. Я так понимаю, здесь бесконечно спавнится. Появляются, и все. Так, это проход вниз. Пойду вниз посмотрю. Нажмите, чтобы спрыгнуть. Блин, ну пока прикольно. Это, знаешь, наверное, для людей, которые когда-нибудь играли в Symphony of the Night, вот что-то вроде того. Они, наверное, сейчас просто трясутся и ссутся просто от восторга, потому что очень сильно это похоже. Но опять-таки... пикселей в разы больше, поэтому все это смотрится так. Не знаю, знаешь, сравнивать современные игры со старыми нужно очень аккуратно и осторожно, потому что... Знаешь почему? Потому что в старых играх была душа. А в новых играх... Почитаем. В ходе своих исследований обнаружил, что существуют такие параметры. Рубящий, колющий, дробящий, огонь, лед, гром, свет, тьма, это проклятие, камень. Охуительно. Интересная книжка. Так вот, в старых играх была душа. А в новых ее нет. Представляешь? Но есть, конечно, и новые. Я надеюсь, что это одна из них. Надеюсь, это одна из игр, в которых действительно есть очень все. Очень все. Очень все, что долго ждали. Зачем я это делаю? Мне просто прикольно. Ой, сейчас сосет меня! Все, понял. Направленный осколок. Цельтесь с помощью R, зажмите RT, чтобы активировать и выпускать заклинание в выбранном направлении. Понято. Понято. Блин, ебать. Пока что совершенно неудобно раскидано по этим, как его. При уничтожении свечей из них может падать роза маны. Я вот не зря их бью, смотри-ка, не зря бью фонари.
Че я сейчас говорил-то? Бляха, вылетел в голову. Мне на самом деле нравятся такие игры очень сильно. Можно переместиться сюда, нет? А, через этот. Мне нравятся такие игры. И они не смотрибельны совершенно, но они классные. Я не буду утверждать, что они совершенно не смотрибельны, но все-таки это платформеры, это типа на исследование. У этого такая своеобразная атмосферка, девка с сиськами. Кто-то сейчас кричит, что это ебаное аниме, например. Я, если что, не считаю аниме ебаным, если вдруг ты так подумал. Это я повторяю ваши комментарии. Аниме, это свой жанр. Есть хорошие аниме, есть плохие аниме, есть аниме отвратительно ебаные, есть отвратительно хорошие. Куча всего. Но в комментариях, заметь, вот ты пойдешь читать комментарии, вот, блядь, через раз, наверное, будет комментарий, что это аниме. Это, знаешь, я беру пример, этот, как его. Мы когда проходили, помню, на стримах игрушку, очень классную, между прочим, Ни но Куни 2. Я как сейчас стрельну тебе нахуй, слышишь ты? Я могу прыгнуть и одновременно пальнуть туда? Могу, да. Так вот, тоже там писали в комментариях, что это аниме, зачем ты играешь аниме? На самом деле, как бы, аниме. Аниме рознь, потому что есть довольно качественные поделки из всего вот этого. Так что, закрыли тему аниме, продолжаем исследовать локацию. Это игра про... Ебать, вы тут целой кучей собрались. А могу я вас поджарить, нет? Чтобы посмотреть всю карту. У-у-у, я карту нашел. Красиво. Это за мной написано 1%... 1,80%... Ой, да что я тебе говорю, тогда сам посмотри. Увидал? Это, я так понимаю, процессы исследования карты, да? Включить-выключить историю перемещений. Блин, прикольно. Как продолжить-то? Жалко, что я не могу вверх втащить. А, я вот так могу. Ебать, я маг. Красивый чародей. Новый уровень! Я, кстати, да, секунду. Можно даже вот так вот сделать, чтобы было видно мои показатели. Я сейчас немножко расстроился, потому что, типа, на уровень кричу, у меня должно было восстановиться здоровье и мана. Она что-то нихера не восстанавливается. Она сама восстанавливается? Мана, вижу, восстанавливается. А хпшечка? Хуешечка. Понял, нихера себе, так нечестно. Обычно во всех играх, которые дают тебе новый уровень, а он, этот новый уровень восстанавливает, соответственно, все, что... Ну, все, что можно, все твои показатели должны восстанавливаться. А здесь, по ходу дела, никому нихуя не должны. Интересный подход, весьма и весьма интересный подход. Я привык к тому, что новый уровень восстанавливает все твои характеристики. Но это косла прям вылитая. Вот, по крайней мере, если сравнивать Symphony of the Night, это прям, да, даже карта такая же. Даже оттенки цвета... Опа, меч! Даже оттенки цвета такие же совершенно. Так, меч, новинка. 12. О, это неплохо. Я так понимаю, она не прокачивает себе какие-то избранные... Ой, голову отрубает, да? Не прокачивает себе какие-то определенные параметры. Хотя хуй знает. Подожди-ка, сейчас нужно залезть в меню и посмотреть. Я что-то не понимаю вот одного чего. Смотри, кто там? Еще один? Есть у меня мои параметры, чтобы я там вкачала себе силу удара ногой или мечом. Блин, музыка пока, кстати, знаешь что? Скажу. Воздушный удар вспышкой. Сделайте до 3 вертушек, повторяя одну команду. Кунг-фу сапоги, что? Стоимость? Это еще и мана, да ладно, серьезно. Ну-ка, подожди, да попробуем. Так оно не работает что-то, хотя вот это... А, ну вот она, вертушка, все, ладно. Да куда поехал-то, вернись? Я всю ману свой проеб, но ладно. Так, что там в архивах появилось у меня эти... Техники. А воздушный удар вспышка, ну я его изучил. Это, короче, спецприем, который жрет ману вообще прям нещадно. Не особо он полезный, наверное, хотя... Здесь можно сходить прогресс. Окей. Окей. Так, сохраните ваш прогресс. Сохранить. Во! Оно восстанавливается. Так, давай сюда новое сохранение. Посмотрим. А, сохранение выполнено хорошо. А, это просто комната с сохранением, понял. Блин, ну серьезно, вот это просто, наверное, для тех, кто реально фанатеет от этих игр, это прям зайдет. По крайней мере, пока. По крайней мере, пока она мне тоже нравится. Я все-таки планировал когда-то для себя пройти ту же Symphony of the Night.
Поэтому вполне себе. Вполне себе не исключено, что и эту я пройду. Чисто просто. Как я сейчас плюну, Татьяна, понял? Да А, у меня Еще бы, блядь, полтора часа там мансой доставала. Почему я с плохим оружием бегаю? У меня же классный кинжал появился. Так, классный кинжал, который короткий меч. Короткий меч, голова с плеч, там видал, как отлета... Ой, блядь. Что это? Что это такое большое? Ты кто, нахуй? Сдохни. Отскоки надо делать, я понял. О, да ладно, ты какой длинный. Бляха, какой здоровый парень. Про них все можно читать, я так понимаю. Про них в архивах появляется разная информация. Куда залезть-то? Как бы здесь еще подразумевается, наверное, то, что у меня каких-то способностей нет или навыков. А может быть и есть. Все у меня есть, нужно просто пойти туда. Это что такое? Что за говно? Иди сюда! Ты кто? Тварь, ты кто такая? Ой, блядь, живая. 11 дамага, ты что, охерел, что ли? Что за, блядь, за барабушка? Я тебя как сейчас под... Иди сюда! Сволота, блядь, сволота, осколота, сюда подошла! Да ты я въебу сейчас тебе, ты можешь попасть-то по ней, нет? Женщина! О! Блядь, это диван какой-то, вот падла. Блин, серьезно, как мне сюда-то попасть? Надо пушку поджечь, да? Пушка есть? Нет никакой пушки здесь. Хлопок галит сахар. Это что, это крафт? Здесь есть крафт? Серьезно? А, точно, подожди-ка, я читал. Читал, товарищи госы. Да иди-ка ты нахуй. Я сейчас так сдохну, короче говоря. Да, я так издыхаю. Товарищи госы, мне кажется, что-то не хватает здесь. Товарищи госы говорили про то, что в этой игре, типа, это костла с крафтом. Может быть, может, не исключено. Так, инвентарь, а зелье можно я жахну себе? О, неплохо. То есть я собираю всякую хуйню, типа хлопка, херопка и прочие вот этой козюлястей непонятных ресурсов. И из них я могу что-то... Да иди ты в жопу, ты кто такой? Ты что ко мне пристал, падла? Отстань от меня! Уйди нахер, вообще не к тебе пришла! Уйди! Тварь какая, сейчас как дам! И тебе тоже дам, понял, нет? Да, блядь, повернись ты в ту сторону-то! На! Ладно, понял. Короче, это игра старая, и здесь лучше. Не то, что старая, она сделана под старую, и здесь гораздо удобнее управлять не на пипку, потому что пипка не так чувствительна к направлению. Она как бы удобна, когда тебе нужно вот, ну, по всему кругу это делать. А когда тебе нужно конкретное управление, пипка этими крестовинами, это делать гораздо четче, гораздо удобнее. Это уже проверено было не раз мною лично, поэтому... Ух, блядь. Поэтому я тебе с точностью и уверенностью... Ой, какие пацаны здоровые пришли. Здорово, пацаны. Как плюну сейчас, сука. Это что такое было? А, это кристалл. Опа. Красиво поджарил. Плюс, реально, оно направление выбирается гораздо лучше и четче. То есть, я, если вот так вот буду делать, она хер пойми, в каком становится. Если я точно нажимаю в одну сторону, она точно в ту сторону не будет показываться. Как бы пипка пипки рознь. Одна пипка сегодня удобная, завтра неудобная. Запомни, не все пипки одинаково удобны. Так, еще палаш. Окей, палаш это широкий меч, насколько я помню, всяких ваших этих... 17! Ебать, большие мечи. А, сила, этот, скорость атаки гораздо меньше. Ну, ничего страшного, я, в принципе, не особо такой, знаешь, быстрый игрок, поэтому мне скорость атаки, она не настолько сильно важна, насколько важна сила удара. Это было проверено... Ой, хорошо, там не так. А, в какой-нибудь Неохе, например. В Dark Souls, да, я играл каким-то быстрым мечом, а в Неохе мне больше нравится играть медленным, но зато... Бить поменьше, но зато посильнее. Опять ты, блядь. А, да ладно, ты задеваешь его, сука. А хуй ты отсюда отойдешь, успеешь. Блин, но уровень реально не дает ни хера в хп-шку. Точнее, может быть, общее это количество хп прибавляется. А вот количество его хуй восстановишь. Не понял. А, понял. Так, секунду, там есть проход наверх, а это проход вниз. А это откуда? Откуда, а главное, куда? Я здесь был разве? Ну, судя по тому, что здесь все синее, значит, я здесь уже бывал. Не, что-то пока, знаешь, непривычно с этим мечом. Давай-ка я возьму старый. У него атака чуть ли не в два раза быстрее, по-моему. Хотя нет, наверное, логичнее было бы сделать на полтора. Типа за... Я могу бить вниз? Ой, я могу только вниз провалиться.
Вот видишь, я сейчас на пипку пытался стрельнуть, но не в ту сторону. Потому что пипка не гарантирует попадание туда, куда тебе нужно. Поэтому я опять-таки играю на крестике. Ох ты ж, мразь какая. Я могу бить вниз? Могу, но, судя по всему, не на нем. Я просто еще пытаюсь из этого вспомнить. Удар чисто вниз, прям под себя. Прям абсолютно под себя. Так, пойдем сюда. А, в смысле, туда тоже можно? Хорошо, что это есть на карте, кстати. Хорошо, что я карту подобрал. Карта — это вообще классная штука. Так, максимальные очки магии увеличены. Это на время или в принципе? Это какой-то секрет или что-то классное? Уйди. Музыка слишком торжественная какая-то пока что играет. Хотя это, наверное, вот в общую эту. Стрелять из огнестрела можно выбрать для него пули. Когда вот закончатся выбранные пули, они меняются на намного более слабые бесконечные пули. Да? А как стрелять? Снаряжение, аксессуары. Я пули подобрал сейчас или что, я не понял. Нас мне не пишут, как стрелять, значит, скорее всего, я подобрал просто пули без огнестрела. А, блядь, прыгай давай сегодня. Ой-ой-ой, спокойно. Ты что, ты же маг, блядь, еще ради, что за геометрию тебя проскакивает, сдохни. Блин, если здесь есть прокачка, возможно, здесь есть и задротство. Если есть прям задротирование, которое прям заставит тебя постоянно дрочить здесь, дрочить, 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 дрочить. Для того, чтобы задрочить себе нужный уровень, который тебе нужен. Так, это мы изучали, потом причем-то спрыгнули вниз, это я помню. Пойдем сюда вправо. Что ж, как-то неудобно сижу. Так, что тут хранить? Неплохо. Неплохо. Так, сложность нормально, область Глион, завершение карт 3.50, врагов убит 48. Это общие мои показатели, общая статистика. А как сюда выйти? Никак. Понял. Так, мы сразу сказали, пойдем наверх. Блин, жалко, что враги постоянно респавнятся. Это мне не очень нравится. Пойдем сначала туда. Опять этот петух, сука. Отстань меня, петух! Уйди! Бля, в натуре петух. О, ты какой стреляющий петух. Так, ладно, петух, давай, пока. Мне с тобой не очень интересно общаться совершенно. Вот этих убью и все. А, нет, нет, не получится. Короче, нужно что-то... Да отстань от меня, петушины! Блядь, еще иголками в меня, когтями своими керачит, падла. Спокойно. А ты ебана в рот. Да убери свою палку-то. О, этот отскок совершенно бесполезен, если честно. Бесполезен он на длинных атаках. На коротких еще, в принципе, можно отбежать. Сейчас я давай... А можно приблизить ее? Можно. Это что такое? Это, наверное, мне туда нужно? А так-то я не вижу варианта немножечко вверх-то подняться. Я так понимаю, проход вот здесь вот? Проход дальше куда-то туда? Ну, как-то попасть-то. А, вот оно здесь, все вижу. Лампа спускаться. Что это? Это метка, я понял. Метка она для чего? Блин, жалко, что нельзя просто на бету повыйти. Пойдем. Вниз нам нужно. Я как-то, получается, очень удачно зашел так, что сразу карту нашел. Это мне прям реально сильно повезло. Потому что сейчас бы можно было полдня гадать, куда я прошел. А, кстати, подожди, я бы открывал карту в любом случае, но не целиком. Она не была, у меня не была бы полностью открыта. Но я, в принципе, видел, куда мне нужно. Да бля, опять ты, где-то в жопу, слышишь ты, отстань. Три выстрела, мана, охереть. Три выстрела — это очень много. Давай что-нибудь подберем себе. Не со всех, кстати, фонарей падает, но довольно часто. Я, правда, не знаю, сколько она восстанавливается. 95, ну мана восстанавливается сама со временем, в отличие от хпшки. Поэтому, наверное, больших демонов логичнее в них стрелять, а не подходить и не тратить здоровье. Что это? Что это? Это косяк, я понял, назад. Это косяк, это нужно было катить в другую сторону. Так, ну музыка, знаешь, музыка временами сейчас начинает меня чуть-чуть заэтовать. Я уже начинаю запоминать мелодию. Чё я там взял-то? Блин, музыка прикольная. Музыка прикольная, там какой-то композитор хороший, говорят. Хороший композитор там. Прям такой, знаешь, прошаренный композитор в таких играх. Прям композитить только так.
Ебаный петух. Да сдохни ты, слышишь, ты, петух. Гусеница, блять. На, собака! Помидоры в натуре. Просто помидоры. Вот что хочешь с этим, то и делай. Просто живи с этим, нахуй. Я подобрал помидоры. Это классно, потому что, ну как без помидоров жить? Помидоры — это салат, это свежий вкус. С солью посолишь, вообще, блять, просто, ну, счастье. Блять, меня пугает эта херня. Меня пугает то, что в меня постоянно летит. Головоцеп. Атакуйте головой молотоглавы как цепом. Чего? А, это оружие, что ли, дали? Или что, я не понял. Какой нахуй головоцеп? Я могу взять мушкетон? А я не могу ее сюда поставить? О, ржавое кольцо. Блин, я уже все так Ой, платьице. А поменяется, нет? Ну не, так не интересно. Ебать! Нихуя я бандит. А сколько у тебя здоровья? Ты охренел, что ли? Блин, ну это типа, знаешь, это когда в последний момент уже просто понимаешь, что у тебя ничего не получается. Хлыст! Хлыст медленный? Ну, сука. Так, ну это вообще косла пошла прям вылитая. Это хлыст, без никуда без него. Блин, он неудобный. Он слишком медленный, он такой себе, конечно. А, давайте я возьму все-таки короткий меч. Или возьму, наверное, длинный. Давай все-таки. Мне длинный, по-моему, поприкольнее. Ну, сука. Он достает, у него гораздо больший радиус. Поэтому я могу, в принципе, не так сильно рисковать. Сейчас сундук я заберу, погоди. Не кипишу, я все видел. О, крысы, сука! Извини, я думал, они опасны. И давай хотят меня убить. Ну, крысы, они вечно от них хуй пойми, что ожидать. А от крыс ничего хорошего ждать нельзя. Они на то и крысы. Хорошего человека, как там говорится, крысы не назовут, поэтому, ну уж... Извините, крысы, это не про вас, это просто как бы, ну, такое мнение общее. Я тут при чем? Я вот тут при чем, скажи мне, пожалуйста. Ну, если общепринятое понятие. Жо, за стереотипы, все, пиздос. За стереотипами нужно бороться. Ой, бороться нужно с стереотипами. Ни в коем случае нельзя им подчиняться. Что такое? А, понял, все, уберись. Так бы сразу сказал. Блять, я что-то боюсь, я... Это этот, да? Фальцетар, как его там зовут-то? Фиструхий. Джибель, точно! Привет, спящая красавица. Значит, решила проснуться? Джибель, скажи мне, что это не ты натворил. Это же какая-то бессмыслица. Ты так полагаешь? После всего, что люди с нами сделали? Йоханнес рассказал, что они сделали с тобой. И ты прав, это ужасно. Но то, что ты делаешь сейчас, не лучше. Нет! Вот тут ты совсем не права. Алхимики заново перекроили наши тела. А я собираюсь перекроить мир. По-моему, все справедливо. Но хуй его знает. Ну, каждого, конечно, свое понятие справедливости, поэтому мы с Джибелем спорить не будем, просто дадим пизды ему дадим в конце игры, это понимаю, и все. Пойдем со мной, Мириам. Только ты понимаешь, какую боль я испытываю. И что значит перестать быть человеком? Что? Не думала, что услышу такие слова от тебя. Это ведь я пришла к тебе за помощью, убежденная, что я чудовище. А ты сказал мне... Все это чепуха! Ты сказал мне! Сила не делает нас хорошими или плохими. Это решаем мы сами. Я решила, что больше не человек. Но ты вернул мне надежду. Ты что, забыл? Это что, внутренняя совесть там просыпается? А, это вздохи, понял. Повелитель, надо возвращаться. Да. Мириам, я устал от твоих воспоминаний. Ты ведь пришла убить меня, так? Тогда сначала найди. Вот это в порядке, блядь. А по дороге тебе в любом случае придется поглощать осколки и использовать силы ада. Если после всего этого ты скажешь, что ты человек, тогда, возможно, я тебя и послушаю. А, ну, такой подход, да. Пойдем, Грэмори, нам пора. А может, сначала я ей пизды дам? Нет? А, это вот эта машина твоя, я понял. Такси. Джибель, подожди!
Это что такое? Это в игре было сейчас? О, это я видел в этом, на... в Стиме, на заставке. Там сравнение было ее с чем-то там, возможно, со старой версией игры. Ебать, ты огромная такая, здоровая, ничего себе. А что с тобой делать-то? У, сука. Так, не понял. Это меня бьет, нет? А, это меня не бьет! Иди сюда, мразь! Сюда подошла быстро, яйца свои показала мне. Ой, блядь, больно. А, сука, на, сука, на, сука, на, сука. Ах ты ж падла, сейчас все будет. Сюда подошла! Эй, ладно. Не понял. Не понял, там сиськи голые практически. Ебать, вот это по щам хорошо по... Тихо-т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 ихо
за опять босса непонятный 2D, хуйня, все, поехали. На, тварь! На, тварь! Опа, взрывы, спокойно. Это что, грабли меня сейчас будут бить? Будут, да. Тихо, 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 сейчас что-то будет! Ничего не будет, все нормально. Все хорошо, все нормально. Жалко нет как это называется? Дэш. Дэш вперед, жалко нет. Очень жалко. Сдохни, тварь, когда-нибудь сдохнешь, нет, сегодня. А где мое зелье? Можно я его ёбну? В смысле, жахну, секунду. Ай, где это пауза? По-моему, меня не бьют. Так, ладно, подожди, зелье. Жахну одну. Давай в центр. В центре, короче, как-то попроще. В центре она получает здраву прямо от меня. По двадцаточке ебошу. Ой, по тридцаточке с магией, нормально. Да ебать, сколько все здоровья-то, сдохни-то уже. Ёбать, тебя в рот, чучело. Кикимора, бляха, сдохни. Сколько мне здоровья, серьезно. Я уже, по-моему, ей 1000, блядь, набил. 1000 набил! На по пузу, на по пузу, на по пузу, сука, сдохни. Пузо, спокойно. Тихо, ай-яй-яй, бля, 19, больно, слышишь ты. Ай-яй-яй, еще 19, больно, слышишь ты. Так, пошло, пошло, пошло. Я уже выучил атаки. Ну, главное, предотвратиться к ее атакам, все будет норм. Но, сука. Спокойно. Хорошо. Давай, давай, все, все хорошо. Так, у меня там еще одно зелье есть на всякий пожарный, если что. На, сука. Блин, ну 30-ку с магией неплохо даю. Спокойно, 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 спокойно. Аккуратненько. А, не попал, обидно. Тварь. Ой, блядь. Да как так-то? А, все нормально. Шторм отменяется. Конечно, отменяется. Я все отменил. Блять, меня дергает от этих осколков, я тебе серьезно говорю. Я все пытаюсь дернуться от них. Атакуйте врагов щупальцем вепар. Это как все делается-то? Я видела. Проблеск надежды. Это был настоящий джипель. Я остановлю все это безумие. Скрипка пошла. Ritual of the Night. Надо было сказать. Что такое-то? Игру надо до конца договаривать. О, дружище мой. Мы на месте. Здесь была деревня? Что с ней случилось? Демоны Джибеля? Они быстрее, чем мы думали. Мириам, нужно торопиться. Здесь мы должны были встретиться с нашим связным. Хорошо, но подожди. Дай мне все осмотреть. Тут наверняка еще есть демоны. Хорошо, хорошо. Хорошо, давайте на этом и закончим. Прикольно, на самом деле, пока смотрится игрушка. Мне нравятся вот эти вот. Нравится, но, бляха. Мне, наверное, больше нравится исследование, что-то там получение, хождение, открывание, нежели вот эти... Это первый босс, он не вызвал совершенно никаких проблем, но я так понимаю, что дальше боссы будут такие, что жопа воспламенится настолько, что ее невозможно будет потушить. Нужно будет призывать, сука, помощь ада, помощь сил ада, чтобы потушить все это дело. Поэтому, классная игра поначалу. Поначалу, я думаю, что я не являюсь фанатом вот таких делов, но если бы я был фанатом, я бы, наверное, реально писался от счастья просто, потому что эту игру создали люди, которые разбираются в таких играх, написали музыку люди, которые разбираются в этих музыках, и как бы собрали команду, которая разбирается в том, что они хотят сделать. Они собрались, сделали, и вот, пожалуйста, она стоит, кстати, нихуя себе дорого. 1000 там с лишним, то ли 1300, то ли 1300, ну как бы нихера себе для 2D платформер, это огромная цена. Не знаю, что тут столько стоит, но будем надеяться, что что-то в этом есть. Ссылка куда-нибудь в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем встречи в следующих видюшечках, ребятушки, в следующих игрушечках, ребятушки. Всем пока. Да, всем пока. Раньше здесь был мат.